Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня пришел на ремонт вот такой ноутбук Салкалы Урпак. Клавиатура английская, русского нету. Вот. Есть камера у него где-то 17 дюймов, монитор 15-17. Вот. И самое интересное, ребята, смотрите, вот он так выглядит. Вот. И теперь у него есть порты питания, USB 3.0, HDMI разъем, место под флешку, USB-шник, сетевая карта и еще один USB-шник. Здесь такая маркировочка. А теперь самое интересное, ребята. Опаля! Такого вы не видели. Это 100%. Смотрите, ребята. Здесь идет аккумулятор. Идет вот такая мамка. Вот. Я сейчас отключу мамку, батарею, чтобы сбросить питание. И идет разъем под жесткий диск. И одна платка под разъем. И одна платка тачпад. Колоночки вот такие по бокам. И все. Весь ноутбук, ребята. Даже не представляете, это реально, блин, творческая мысль, не знаю, максимум долларов на 50, может на 100. Вот. Абсолютно пустой, и как сделан грамотно. Ну, здесь, скорее всего, стоит процик, который без, скорее всего, стоит охлаждение пельтье вроде. Ну вот, или охлаждается путем вот этой медной пластины. Вот, вот такая конструкция интересная. Все банально просто, ребята. И вот шлейф для клавиатуры, шлейф для тачпада. Вот он, для клавиатуры, для тачпада, для жесткого диска. А, для портов шлейф и порт для жесткого диска. Вот, представляете, вот такая интересная простая конструкция ноутбука. И видите, батарейка стоит, питание. Вот так-то. Кому интересно, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. Я лично первый раз вижу такой ноутбук.